Если вы отправляетесь путешествие на велосипеде, лучше всего взять с собой следующие инструменты. Насос, вот такие шестигранники, потому что сейчас все гайки в основном на шестигранниках. Пару камер, причем пару, если далеко. Некоторые люди в Крым ездят с Ростова. В общем, старые даже люди, по 60 лет и более. Вот. Взять с собой на всякий случай аптечку, потому что если вдруг где-то далеко от города, и обе камеры прокололись, и такое бывает, что вы спокойно заклеите. Что еще? Ну, отвертки, там необходимые ключики, там на 10 ключик. Если у вас гайки на колесах 14-17, тоже такие, соответственно, еще ключи. Цепь можно просто смазать ее в очередной раз. Здесь немножко по городу покататься перед выездом. И потом протереть тряпочкой, чтобы не была она, чтобы не впитывала, не набирала на себя пыль. Для надежности можно подойти в мастерскую, проконсультироваться или что-то устранить, мелкая неполадка, что-то подрегулировать.